Сегодня с 10:00 московского времени по просьбе украинской стороны в районе городов Мариуполя и Волновахи вводился режим тишины с полной остановкой боевых действий для обеспечения эвакуации мирного населения. По объявленным коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель. Население этих городов удерживается националистическими формированиями в качестве живого щита. Националистические батальоны воспользовались режимом тишины для перегруппировки и укрепления занимаемых позиций. В связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать режим тишины, наступательные действия с 18 часов московского времени –